Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды за лигу мастеров я забрал. Ну, меня 100% все уже скинули, но надо проверить, убедиться. Так, откроем бесплатно пак. 392 телепорта у нас пока есть, это хорошо, это очень радует. Потому что можем пофармить. Так, пройдите серию испытаний, наверное, сегодня допройдем все-таки серию испытаний. Я думаю. Так, подожди-ка, я хотел... Ох ты, еще и жетоны сегодня разыгрываются. Вообще шоколадно все. Космические странности. Ну что, давай пофармим чуть-чуть. А нам сыр больше здесь никуда не пригодится. Нет, конечно. Поэтому давай начинаем. Маяк. Три саратонов. Дальше ноутбук Дона. 40 жетонов. Приятно. И еще 40 жетонов. Замечательно. $3. Осколки — это ерунда. Ребят, ну мы уже практически накопили на ДНК. Во! Так, слэш, где ты у нас тут, родной? Здесь у нас все есть. А вот и слэш. Приобретаем. Ребят, 55 ДНК из 100. То есть уже больше половины мы насобирали. Это шикарно. Так, вот здесь, пожалуй-ка, мы кое-что... распетрушим, да? Лишние ДНК, которые у нас тут накопились. Все вроде бы. Дальше идем в магазин, точнее, на кожеголового, и ищем нужные нам элементы. Так, приманки для маузеров. Еще 3 штуки нужно. Уже 2. Ну давай, давай, давай. Так, и последний. Опс, тихо, не надо этого делать. Ребята, эта серия уже выйдет, наверное, завтра, потому что сейчас я снимаю ее перед работой. Естественно, я уже не успею выложить. Так что будет она уже завтра на канале. Так же, как, надеюсь, и Звездный десант. Вчера была эпичная серия. В общем, кто смотрит и следит за серией, то переходите во второй канал и смотрите. Так, ну что у нас там, ё-моё, ну почему не дают-то? Вроде бы ничего проще нету, как получить вот эти вот комиксы. Еще 2, они дают мне тыку. Так, последний, пожалуйста, давайте. Все, с комиксами закончили. Значит, нужно будет еще 10 биноклей и 10 стаканов. Но это уже в следующей серии. Здесь заберем награду. Пройти серию испытаний. Слушай, ну я думаю, наверное, не то, что даже серию испытаний, а просто-напросто завершим. Прямо вот сегодня. Прямо вот пройдем все эти 4 поединка. Да и все, пицца у нас вроде бы как есть, так что нам хватит. Ах ты, мелкий маузер. Лезешь не в свою очередь, так сказать. Ну-ка, бомбани. Да ладно, Крэнк, ты че, родной? Совсем, что ли... обессилил, не смог пробить. Точнее, даже не то, что пробить, а добить. Криса там тебе надо было всего-то. Вон, Донни и тот таракана быстренько хоп-хоп нахлобучил палкой своей. Ну что, Ванюша Хан и все остальные, пора получать звездюлей. Давай, наверное, тройным укусом сделаем. Ему как раз будет крышка. У нас приоритет по атаке идет. Так, теперь сделаем вот эту штучку. Пич. Пощечину ему. Ай, нравится, как он все это анимирует. Так, Карайка, успокойся. Лезешь тоже. Пошла волна. Пошла волна негодований. А, Донни, молодец. Только наяривает своим посохом. Такс, ну что, мы прошли этот поединок. Сейчас замыкается у нас полностью круг. Получается так. Вот это вот проходим. И круг будет замкнут. Нет, Майки, ты пока посидишь. Я, наверное, возьму вот этих вот ребятулек. То есть получается 3 поединка. Зэк. Ну, понятно, Зэк. Опа. Вот так-то, значит, да, делаешь? В самого слабенького, да, бомбишь. Ну, это не жилец. А давай ураганчик сделаем, фиг с ним. Пробьем.
и добьем. Переходим на последнюю волну. И здесь вот они наши смертнички стоят. Давай сделаем шипы. Так, эти боковички у нас отдуплились. У этих постепенка висит, да? Плевок в душу. И ракетный удар. Все. Ну что, а мы переходим на последних, по-моему, два поединка. Руки чешутся, как хочется кренгу навалять, а, ребята? Раз, ага, нет, не два, а три. Так, Донни, подожди, пока мы тебя не будем брать. Да, ну так, вот так и вот так. А Ванька даже вообще не успел ничего сделать. Не успел применить свою суператаку. Ванька против Ваньки, да, значит? Оп. Слабый, конечно, был укус, согласись. Так, заблокировали способности, это уже радует. Плюс добивка. Да ладно, где там стрелять-то? Контратака. Я не буду выпускать маузеров, ну не вижу, ребята, смысла. Хотя и очень хочется. И валун тоже тратить не вижу смысла. Так-с, вот они стоят. Масуху бы зарядить, давай зарядим. Жить. На тебе. Так, крайние опять отдуплились. Пиццелицей готов. Крип готов. Рокстеди. Ну-ка так если сделаем. Готов. Отлично. Ну что, осталось два поединка всего лишь. Переходим сюда. Раз, два, три. Майки, почему ты все время лезешь, а? Постоянно лезет. Его никто не просит, а он лезет вперед, батьки. Ну что, Острозуб, начнем с тебя, пожалуй. Замедляшка сработает? Сработает. Ему крышка. Так, ну этих ползунков мы быстро сейчас разнесем. Я не знал, что они вешают постепенный урон. Что-то, ребята, я как-то раньше этого не замечал, видимо. Они, оказывается, вот такой вот дебаф делают. Хм. Так, 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 так. Боксер, ты что там своей клешней машешь? Что-то мне не нравится это все. Ага. Давай ракеты, наверное, бомбанем. Понижение атаки сделаем. Плюс. Сможешь бомбануть его? Красавчик. Крип тоже не жилец. Ну а с этими кланфутовцами мы разберемся с полтычки. Это так, фанерки. Есть контакт. Ну что, переходим на последний поединок. И серия испытаний будет полностью пройдена сегодня. Босс. Какой же это босс? Ребят, м? Это ватник. Самый настоящий. Сейчас мы будем его бомбить. Так, ну что? Я хилку тратить не буду, пока я не вижу в этом смысла. Валунчик сверху. На тебе. Ну где этот лопух сидит, который... Он в такой в пещерке, там это... Звездный вот этот вот порт его еле вмещается туда, да? Ну давай, давай, выходи, выходи. Там сопля какая-то сбоку висит у него, видишь? Так-с. Поехали, начну с пробивного. А ракета? Гранатомет? Смотри, а. Вот ты когда, значит. Вот ты, значит, как. Все, ребят. Да выделывался. Иди отдыхай. Вылазит он еще там. Из последних сил, типа. Ну что, теперь надо забирать все награды. Я так понимаю, у нас же все на 100% пройдено. Нигде мы ничего не пропустили. А то было как-то.
Ага. Ну, тут понятно, тут черепашки. Опа, ребята, смотрите, косяк. Сейчас был бы косяк. А где же я пропустил? Вот. Да как так-то? Все-таки хорошо, что посмотрел, а? Все-таки хорошо, что посмотрел. Сейчас бы взяли бы с тобой. Нет, ну, конечно, ничего бы не поменялось, но один бы сундук пропустили бы. Так, крысы. Давай, наверное, поставлю здесь хил. Пускай мы хиляемся пока. Немножечко. Шархана. Уничтожим, интересно, сразу или нет? Сразу же бомбанули. Шикарно. Минус крыса. Так, ну эта крыса тоже не жилец, так что нормально все. Вперед, вперед, вперед. Тут желательно массовую атаку применить. Есть у нас? Не. Во, хотя бы так сделать. Ты бич. Топчи. Макман, Макман. Не растоптал крысиного короля. Все. Вот теперь, ребята, я имею право полностью забрать все сундуки. То есть это задание выполнено на 100%. Собрать. Собрать и сбросить. Так, поехали. Так, мутаген понемножку копится. Бибоп фильм. Аж две штуки выпало. Змейка Вьюна две штуки. Тигриный коготь. Макман. Морозильная кошка. Вот такие, ребята, здесь награды. Меня, конечно, больше интересует вот то, что нам наверху дают. Два геймпада. В общем, нормально. И 32 доллара. Плюс 12230 у нас еще мутагена. То есть, я так понимаю, мне хватит, наверное, прокачать нашего кожеголового на один уровень. Ну-ка посмотрим. Навыки, да, конечно, хватит. Все, друзья, 75 уровень у нашего кожеголового. Ну что, мы жетоны соберем? Или давай турнирку пробежимся по брынкам. Блин, Лига Сегунов 3 звезды. Практически сбросили меня, как мы видим. Ну это так, это временное явление. Раз, два, три, четыре. Ну что, будем, наверное, за счет Супер Шреддера, да? Пока разыгрывать все это дело. Я могу себе здесь позволить, потому что уровень у них 60-й. Не слишком такой мощный. Вот когда будет 70-й, это будет похуже. Пока что, я надеюсь, мы справимся здесь. Да. Справимся. Ну что же, продвигаемся тогда потихонечку далее. Да, практически на Сёгун две звезды меня сбросили. Представляешь, как они быстро сбрасывают. 17-22, я так понимаю, здесь пока ожидать не стоит. Так, давай-ка мы, наверное, знаешь, что сделаем? Возьму Армагона здесь. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Ну что, валун в лобешником, да и все. Нечего с ним тут тютюкаться. Прекрасно. Идеальная победа. И мы двигаемся дальше. Так, переходим на 62-ю позицию. Да нет, конечно, тут смысла, по-моему, кого-то искать. 17-22 не дадут. Берем, короче, Бакстера. И вот этих вот. Короче, сейчас самыми своими крупными персонажами отыграем слабых. Ну, а потом, конечно, уже без откатов никуда нам не деться. Давай-ка, наверное, маузеров выпустим. Упс. Что-то не так. А ну-ка, метни. Е.
Вот это прикольно, когда он с двух мечей собирает в единую такую. Я не знаю, алебарда, не алебарда. Глефа. И ее запускает. О, 16.22. Уже дают. Так, ну что, я возьму, наверное, здесь Крэнга. Крэнг же не должен меня подкачать, в принципе. Он должен мне, наоборот, здесь подсобить. Будем делать, конечно же, удар с этого космостарта. Посмотрим. Да ладно. Опять этот Рокстеди выживает, а? Ну, правильно, он на себе там броник надел и плюс каска. Естественно, он выживает. Подготовлен к боевым действиям. Ну что, 30-е? 27-е. Шикарно. Давайте ко мне 16-22. Вы уже запалились. Так, если я возьму Лео, может быть, Ваньку взять? Ванька на суточки сможет 64-й уровень разбомбить? Вот и я не знаю, я что-то тоже сомневаюсь. А давай на всякий случай возьмем Паукуса на 70-ке. Я не уверен просто, что Ванька сейчас разберется. Рафаэль офигенный, да? На 55-м уровне переплевывает сотых. Это, конечно, что-то с чем-то. Обалденная, конечно, у него инициатива. Слушай, ну Ванька бы не справился бы один здесь, 100%. Без Паукуса бы, без добивки не получилось бы. И без дебафа. Ну что, Лига Мастеров через вот этот поединок у нас будет. Макман, Рафаэль, Донни. Так, Лео пригодится, возьмем Майки и... возьмем Сплинтера. Погнали. Ну, я думаю, здесь быстро мы закончим сейчас. На всякий случай поставлю уклонение. Хотя можно было и не делать его. Так, торнадо мусорное. Ну, здесь можно взять провокацию. От нас не убудет. И сюрикены. Вот и все. Быстро мы оставили там чернильную кляксу от оригинала. Ну что, Лига Мастеров. Ребят, ну нужно как-то сегодня добраться до Лиги Мастеров 2 звезды. Сделать, так сказать, небольшой задел на те две смены, которые я буду отсутствовать. Ну, два дня, точнее, скажем. Что-то я тут как-то слишком круто взял. Мне кажется, тут у Саги одного будет достаточно, наверное, да? Или все-таки взять перестраховочку какую-нибудь такую легенькую. Ну, в виде, например, Змеи Карай 67 уровня. А у Саги-то хорошо, но если он не поставит постепенку, то добить он не сможет всех. Вот, вот о чем я тебе и говорил. Давай, бросай бомбочку. Блин, не хотелось бы, чтобы этот сейчас твою налево применял суператаку. Он применит. Комочек, может быть, бросить. Есть. Морозилка, ты молодец. Выручила меня. А то бы он сейчас мог сделать бы какую-нибудь, ну, пакость, например, ту же самую смертельную волну или маузера. И у меня, видишь, тут 55-й, 55-й, могли бы упасть. Поэтому морозилка затащила. Ну что, дальше идем. 16.22. Уже сколько у нас это длится, 16.22? И ни грамма продвижения нету. Ну ладно, фиг с вами. Так, Леонардо, Рокзар. Ну давай вот так вот сделаем. Потому что уже в любом случае придется, видимо, отыгрывать Шреддера с подстраховкой и опять же докачивать наших малышей. Ну, это понятно, бомбочка. Дальше у нас Лео. Пошел, 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 родной. И добиваем Бакстера, все. Вот так вот получилось. Как лично по мне, мне кажется, что Острозуб как-то выглядит
пожирнее, да, и он больше тянет на танка, чем тот же самый Рокзар. Рокзар как-то дохлый стал после второй мутации. Это же у нас бывший Крис Брэдфорд, скажем так. Он же мутировался. Ну что, здесь возьмем, наверное, раз, два, три, четыре, пять. У нас здесь железноголовый плюс кожеголовый. Такие, да, железноголовый, кожеголовый. Задоголовый еще не хватало тут назвать. Так, Майки делает усиление. Что не очень хорошо для меня. Да хорош. Ты посмотри, какая инициатива у них, ребят. Ты полюбуйся. Все сходили. Кроме нас. Нормально? Давай дебафить их. Так, Тимати, что? Ну давай, бери провокацию. Хотя, ладно, пускай берет. Пускай берет провокацию. Ты заколебал уже, а? Так, теперь Масуха. Ух, я тебе говорил, что мощная массовая атака у него. Остаются лишь кролики здесь. Ать. Сейчас сделаю суперудар, ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тьфу, повезло нам. Да ну. Блин, на них защита вот эта стоит бесевая. Давай лучом попробуем пробить. Есть. Эх, Донни, тебе повезло, ты бы мог упасть. Если бы еще чуть-чуть бы посильнее бы удар прошел по тебе, все. А так только по касательной. Итак, 50-я позиция. 17-23. Ну все, ребят, тут уже надо будет вот через откаты играть. Да блин. Бойцов-то еще хватает, если честно. Так, мне кто-то написал, прокачивай Лео фильм после всего, что мы с тобой запланировали. Но я тебе одно скажу. После всего, что мы запланировали, нам очень долго еще придется переждать, чтобы Леонардо фильм начал прокачиваться. Там же, не забывай, и Крысиный король у нас в ожидании стоит. Кто-то там еще недокачанный. Так что я даже не знаю, когда эта очередь подойдет. Уже, наверное, в следующем году. Так, ну что, 34 место. Давай 17-23. Ну что ты вот начинаешь опять выпендриваться-то? Было 17-23, отдает мне 16-22. С какого, блин, перепуга? Вот. Повторение мать учения, поэтому опять же берем тот же самый состав. Раз, два, три. Ну, по три бойца, конечно, проходить это очень долго будет. Но Супер Шреддер, видишь, он уже не справляется. Вот тебе простой пример, видишь? Он не успевает их всех добить. Да, он вешает постепенный урон. И это хорошо, что он висит. Ну, а если его исключить, то получится разгром. То есть, получается, у меня один будет Супер Шреддер, а остальные будут все слабенькие. Нет, такой вариант не для нас. 17-23. Давай-ка я возьму, наверное, разнообразим. Я возьму Макмана и возьму Супер Шреддера. Раз, два, три. Тем более у нас 55 уровень, у него уже 71. Окей, давай, Шреддер. Наваливай. Хорошо, навалил. Пробивай его. Такая-то Крис Брэдфорд просто был сейчас грушей для битья для Макмана. Ты видел, как он подбежал, быстро ему накумарил? То есть Макман был боксером, наверное, когда был человеком. Ну что, 17-23. Можно взять сейчас, возьму Бакстера и Супер Шреддера. Так, потихонечку у нас заканчиваются бойцы, уже вижу. Но мы в любом случае перейдем, даже, скорее всего, в Лигу Мастеров. Ну, три звезды не знаю, я не уверен, но приблизимся. Это точно будет. Приближение точно будет. И это несмотря на то, что сегодня среда. Видосик, естественно, выложу я уже в четверг. Хорошо, идем, я тебе скажу. Так, ну что, попробуем взять все-таки Лигу Мастеров 3 звезды.
есть у меня вот такое вот желание. Желание это есть, вот бойцы. Ну, бойцы вроде пока тоже есть. Так что должно, видимо, получиться. Тут надо рассчитывать где-то на 10 боев приблизительно. 10 на 2. Это 22 отката нам придется потратить. 10 на 2. Даже не 22, а 20 всего лишь. Но все равно немало. Это я еще тем более взял по минималке. А так даже, наверное, 25 26 откатов надо будет взять. Ну, сейчас посмотрим, короче, как у нас. Насколько бойцов хватит. Все зависит даже не от откатов, а от того, сколько у нас останется живой, так сказать, силы. Так, уже 17-24. То есть максимальный предел нам дают по кубкам. Раз, два, три. Ну, если так судить, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Это уже три поединка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, пять. Раз, два, три, шесть. Шесть поединков. Ну, есть, есть шанс перейти в лигу мастеров три звезды. Лишь бы только день не сфылиться и не запороться, чтобы такой шанс не упустить на отрыве. Тю-тю-тю-тю, танцует. Танцор тоже мне этот рок, кстати. Ну давай, давай, не томи. Так, 74-е, смотрим сейчас. 59-е. Давай 17-24, максимальный. Вот. Армагон. Опять же, супер шреддер. Раз, два, три. 78-й. Кстати, максимальный уровень против нас уже стоит. Это 78-й. Поэтому здесь уже действительно баловать не стоит. И будем брать именно супер шреддера с этим, с армагоном. Тут уже как бы не до шуток. Предельный максимальный уровень. Любое какое-то неточное движение, да, и все, и начнется тут разбор полетов. Ну что, давай мне 38-ю. Ага, 38-ю. 46-ю. Да. Хотел, хотел надурить их всех. Не получилось. Раз, два, три. Окей. Так, это мы уже два поединка отыграли, да? Еще получается 4 в запасе. Так, еще не забываем, сегодня жетоны надо будет собрать. Ну что за подлагивания начались? Что это? С чего вдруг? Лагать-то начало. Ну что, накумарили? Я не знаю, ребят, хотел, конечно, еще Юрский парк сегодня поиграть. Хотел поиграть в драконы... Всадники Олуха, но не успею. Время 4 часа, мне уже через час уходить. Я там, получается, только доиграю черепашек, поставлю их на рендеринг, и все, и прямичком на работу до 8 утра, блин. Арбайтен. А домой приеду только в 10, потому что еще очень много занимает времени дорога. Так, что я тут запарился? А, забыл шреддер взять. Забыл взять шреддера. Раз, два, три. Ну да, тут уже остатки роскоши остаются. Но мы эти остатки роскоши потратим тоже роскошно. Что за фризы-то, а? Пошли. Не понял. Бибоп, ты что, совсем припух, что ли? Даже не получил этого. Постепенки. Какой-то он везучий. Просто везучий. Ну, давай, гоним далее. Так, 17 место. Либо это последний поединок у нас, либо следующий. Я имею в виду до Лиги Мастеров 3 звезды. Раз, два, три. А там уже... Не, ну запасик, конечно, бы не помешало взять. Потому что в любом случае в следующей серии мы придем. Меня скинут наверняка до Лиги Мастеров 1 звезда. Это в лучшем случае. Ну, лишь бы не ниже. Я не хочу начинать с этих... С Лиги Сёгунов опять подниматься вверх. Там слишком долго будет. Я хочу уже добраться до топчика и там сидеть. Чтобы спокойно проходить эти события, которые у нас там будут. Нет, все-таки еще один бой, да, надо? 14 ступенек мы пролетели.
ну что же, хорошо. Армагон. Так, супер шреддер. Раз, два, три. Да, и как раз следующий поединок будет последним у нас. Поехали. Все больше и больше у них остается здоровья, и все меньше и меньше срабатывает на них постепенно урон. Такой, да, весь в шипах. Кого же он превратился, ё-моё. Был нормальным этим, да, Чик Норрисом, стал какой-то здоровой псиной. 87 место, окей. Ну что, последний поединок. Давай нормально завершим. Раз, два, три. Как раз у нас все, да? Все тютелька в тютельку, плюс еще 23 отката мы сохранили. Шикарно. Бомбическая сила. Ага. Ну и добивка. Блин, как мне комар-то укусил в руку, а? Чешется теперь. А, не могу. Аж до крови расчесал уже. Чертовы комары. Ну что, какое там? 70-е место будет, да? Ну, почти. Так, ну что, с турниром закончено на сегодня. С турниром закончено. У нас сколько? О, 28 тысяч мутагена. Значит, мы еще поднимаем уровень кожи головы. Итого 76-й. Пиццы у нас много? Ну, по-моему, достаточно. Давай мы, наверное, сейчас попробуем поискать. Так, 10 биноклей. Один. Второй. Третий. Они в золотой каемочке, но находятся почему-то хорошо. Четвертый. Что, все что ли? Быстро, быстро, как-то пицца закончилась. Ну что, пойдем. Жетоны-то по-любому нам нужны. Просто по-любасику. Так, сколько нам надо будет? 4 поединка, да, здесь сделать? Получим с тобой около 200 жетонов. Но, ребят, все равно, как говорится, на халявку-то почему бы и не собрать. Давай дальше. Рулим. Так, автобой. Ну, само собой, тут, конечно же, 3 секунды, и они все готовы. Так, собрать. И двигаемся дальше. Так. Да ладно, что я тут буду еще париться, поставим. И не будем здесь особо сильно заморачиваться. Но есть. Молодцы. Так, и насколько я помню, по-моему, сейчас будет последний у нас поединок. Нет, по-моему, их не 4, а 5 все-таки. 80 жетонов. Нет, 4. Это я, наверное, попутал с этими, с откатами. Ну, вот смотри, у нас уже там 200, 201, по-моему, да? Жетон. И плюс тут соточка. Слушай, мне кажется, тут Джастин упадет. Что-то такое впечатление складывается у меня. Слушай, а мог бы упасть? Мог бы. Это, конечно, не критично. Жетоны мы в любом случае бы получили, но как-то хотелось бы в чистую выиграть. Итого 304 жетона. Я считаю, это неплохо, ребят. Это почти половина следующей награды. То есть на 3 ДНК от нашего персонажа. А именно кого мы там слышим, качаем. Ну что, друзья, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!